В Георгиевском храме города Видное глава муниципалитета Валерий Венцель встретился с духовенством. Он поблагодарил служителей церкви за самоотверженный труд на благо жителей и всего Ленинского городского округа. Я хотел в первую очередь всех вас поблагодарить за наше взаимодействие, за наше соработничество, за то, что в нашем муниципалитете достаточно активно проводятся все мероприятия, связанные с духовно-нравственным воспитанием нашего и подрастающего поколения наших жителей. Валерий Николаевич вручил 24 священнослужителям юбилейные медали, приуроченные к 90-летию Ленинского района, а также памятные подарки. Среди награжденных был и Вадим Мурадов, настоятель Ильинского храма села Дыдылдино. Он, еще будучи школьником, понял, что его истинное призвание – служение Богу. И после окончания семинарии и духовной академии вот уже 7 лет врачует души и сердца людей, которые приходят в храм за помощью, советом и поддержкой. Для каждого священника главная радость, которая наполняет всю нашу жизнь смыслом, придает ей стимул двигаться и развиваться дальше, это меняющиеся глаза людей, которые когда-то приходят совсем другими. Чудо изменения души человека совершает Христос, но мы, как его служители, тоже в этом принимаем участие. Священнослужители Ленинского городского округа, собравшись вместе, также подвели итоги работы за год и наметили задачи на следующий.